В России прошел единый день голосования, но в связи с преобразованием Ленинского района в городской округ у нас эта процедура состоится значительно позже. В администрации муниципалитета состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии. На ней была представлена схема расположения избирательных округов. Началось заседание с приятного события. Член территориальной избирательной комиссии Валентина Назаркина была удостоена юбилейной награды избирательной комиссии Российской Федерации. Памятную медаль передала ей председатель ТИКа Вера Маркина. После этого члены комиссии рассмотрели схему расположения избирательных округов. По сравнению с прошлыми выборами, количество жителей в городском округе сильно увеличилось. В данный момент выборным правом обладает более 112 тысяч человек. В соответствии с такой численностью и числом округов, в среднем у нас где-то получается от 3386 избирателей до 4138 избирателей на округ. То есть это максимально допустимая погрешность в соответствии с законом, 10%, которой мы, естественно, придерживались. Схема формирования округов прошла согласование в избирательной комиссии Московской области. После прений члены территориальной избирательной комиссии большинством проголосовали за принятие схемы. Выборы депутатов Ленинского городского округа будут проходить на 30 одномандатных избирательных округах. Мы активно где-то в среднем на 1000-1200 избирателей в месяц прирастаем за счет того, что у нас очень много новых застроек, поэтому, конечно, численность у нас постоянно растет. Сложность формирования подобной схемы заключалась в том, что сегодня территория бывшего района – единый городской округ. Теперь общие избирательные округа имеют поселения Булатниковское и Видное. Видное – Егорки-Ленинский, Развилка и Молоково. Подробнее познакомиться со схемой округов можно на сайте администрации муниципалитета. О сроках проведения голосования будет сообщено позже.